Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня мы будем готовить пирог с клубникой. Для приготовления пирога с клубникой нам потребуются следующие ингредиенты. 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара или по вкусу, 100 грамм сливочного масла, полстакана кефира, треть стакана растительного масла, 250 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя и 220 грамм свежей клубники. Чтобы приготовить пирог с клубникой, необходимо яйца взбить с сахаром. Добавить ванильный сахар и снова взбить. Затем добавить мягкое сливочное масло, влить кефир, взбить. Не переставая взбивания, постепенно влить растительное масло. Просеянную муку смешать с разрыхлителем и аккуратно ввести в тесто. Перемешать до однородности. Готовое тесто вылить в разъемную форму диаметром 24 см, смазанную растительным маслом. Разровнять поверхность теста, а сверху выложить ягоды клубники, немного утопив их в тесто. Выпекать пирог с клубникой при температуре 190 градусов приблизительно 35-45 минут. Лучше ориентироваться по своей духовке. Наш пирог с клубникой готов. Попробуйте приготовить этот нежнейший десерт и вы. Готовый пирог можно засыпать сахарной пудрой, натертым шоколадом или кокосовой стружкой. Подавать этот летний десерт лучше всего с шариком мороженого. Жду ваши отзывы и комментарии. А также пишите, какие рецепты вы хотели бы видеть в наших будущих видео.